Простой рецепт приготовления гренок с ромом, куда более интересный вариант гренок для каких-либо бутербродов или закусок, принцип приготовления почти тот же, но вкус совершенно иной. Уж не знаю, так ли готовят гренки во Франции, там вообще, насколько знаю, их называют крутонами, однако найденный мной в одной кулинарной книге рецепт назывался именно так, французские гренки с ромом, а искала я этот рецепт по той причине, что стандартные гренки не очень хорошо сочетались с креветками, а я очень хотела поставить на какой-то праздничный стол именно гренки с креветками. Собственно, этот рецепт меня здорово выручил. Французские гренки получились отменные, и теперь практически всегда я готовлю их именно этим способом. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Вот из этих ингредиентов мы приготовим наши французские гренки. Смешиваем молоко и яйца, слегка взбиваем вилочкой. Добавляем соль, мускатный орех и корицу. Наконец, добавляем ванильный экстракт и ром. Ставим лайк и подписываемся. Хорошенько все перемешиваем, слегка взбиваем. Каждый ломтик багета ненадолго обмакиваем в приготовленной жидкой смеси. Буквально несколько секунд, иначе багет размокнет, и вы его не сможете обжарить. Обжариваем ломтики багета на сухой сковороде, если будет сильно пригорать, капните немного масла, до хрустящей золотистой корочки с обеих сторон, готово. Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты. Молоко 1 стакан, соль 1 щепотка, яйца 3 штуки, корица 1/2 чайных ложки, мускатный орех 1/2 чайных ложки, экстракт ванили 1 чайная ложка, ром 1 столовая ложка, сахар коричневый 1 столовая ложка, багет 8 ломтиков, количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, до новых встреч!